Новости на Дону. Категория 12+. В студии Инна Билан. Здравствуйте. Сильный туман ожидается в Донской столице в ближайшие часы. По информации Управления по делам ГУИЧС, в городе видимость упадет до 300-800 метров. На дорогах будет гололедица. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и по возможности не выезжать на собственных автомобилях. Пешеходам иметь на одежде светоотражающие элементы и переходить дорогу только в разрешенных местах. Строго следовать сигналам светофоров. Аксайский район и Батайск могут включить в состав Ростова. С такой просьбой обратились жители этих населенных пунктов к правительству региона. Одной из причин является сложность устройства детей в ростовские детсады и школы. Кроме того, много жителей этих городов работают в Донской столице. Об этом говорили на заседании общественного совета при правительстве области. Для ускорения развития ростовской агломерации совет поддержал просьбы об объединении Батайска и Аксайского района с Донской столицей. Поэтому совет рекомендовал правительству области рассмотреть возможность объединения иных муниципальных образований в регионе, в том числе малочисленных муниципальных районов и поселений. Создание походный быт, боевой путь и расформирование. Свои доклады по истории донских казачьих полков представили кадеты на научно-практической конференции. Основное внимание обратили на начало гражданской войны. На конференции было представлено 9 докладов. О такой работе учащихся корреспондентам телеканала «Дон-24» рассказал директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Сергей Бодряков. Они его изучают, какие-то новые для себя открывают исторические факты по этим полкам. Соответственно, дети готовятся, участвуют в семинарах, работают в архивах, в том числе и в областном архиве нашем. Итогом конференции стало вручение благодарственных писем за успехи в изучении истории донских казачьих полков. Россиянки уступают сборной Словении на Евро-2018. Игра состоялась вчера, сообщается на сайте гандбольного клуба «Ростов-Дон». Уже первые минуты игры показали, словенки настроены исключительно на победу, после чего россиянки перешли в наступление. Юлия Моногарова сделала дубль, Седойкина совершила сейф, а Кузнецова сравняла счет 5-5. Под увеличившимся давлением словенки начали ошибаться и терять мяч. На 24-й минуте голкипер россиянок сделала красивый двойной сейф. Однако за 15 минут игры наша команда смогла забить только 3 мяча, а сопернику удалось к перерыву сравнять счет 13-13. Неудержимой у Словении была Анна Гросс, игрок Бреста. Она доставила немало хлопот россиянкам. Девушка за матч забила 12 голов и стала лучшим бомбардиром этой встречи. Во втором тайме преимущество было у соперниц. Матч завершился победой национальной команды Словении со счетом 27-29. Но тем не менее сборная России выходит в следующий этап чемпионата Европы. Это были новости на FM на Дону, телефон редакции 200-0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове-Таганроге днем до +3 градусов, небольшие осадки в виде дождя. В Зернограде и Сальске +4, также небольшой дождь. В Шахтах 0, +2. В Облицкой и Морозовске до -2, без осадков. Ветер восточный и юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.